Привет, друзья! Сегодня у нас неплановое видео по поводу автомобиля. Случилась у меня неприятность. Обо всем по порядку расскажу, покажу, и чем закончится, я думаю, вы будете знать, хотя я еще и сам не знаю. Автомобиль у меня Renault Docker, дизель, и каждую зиму он у меня мочит кони. Заговоренный, с глаз. Ну, давайте расскажу обо всем по порядку. Все плановые видео выйдут строго по расписанию. Здесь у меня такая маленькая, я надеюсь, недорогая, очень надеюсь, неприятность. Как раз на Рождество автомобиль мне подарил вот такую вот головную боль. Раздается сигнал. Заводим. И чек. Еще какой-то значок, как его называют, пила. Или кардиограмма, просто не тухнет. Пробег автомобиля 57 тысяч. Это случилось во время движения. Хотя никаких изменений в движении автомобиля не заметил. Как потом оказалось, автомобиль, если резко бросить газ, глохнет. А если плавно, то нет. Вот видите, сейчас обороты холостые держит. Что это, я не знаю. Конечно же, я поднял капот, с умным лицом туда посмотрел. Но это не Жигули. Жигули я свои делал неоднократно. А здесь кто его знает, чего делать. Так что я не придумывал велосипед. Записался на ТО у официалов. И сейчас поедем посмотрим. Да, по закону подлости гарантия закончилась месяц назад. Вот так бывает. Так что поехали. И посмотрим, чего она. Приехал я на станцию. Машину забрали на техмойку. Это чтобы денег заработать. Ну, пускай помоют. О, сейчас будут мыть. Потом на диагностику. А вот у нас автомобиль доблестной полиции. Круто. Сколько здесь Рено-то, а? Так, ну что, друзья, вот и все. Автомобиль мне помыли аж за 36 гривен. Кому надо, переводите. Топливный фильтр поменял, сказали, солярка кака, за 108 гривен. И сделали диагностику за 216 гривен. Проблема у нас оказалась вот в этом вот датчике. Здесь отходят провода. И все. Этот датчик стоит, мне насчитали, сколько там, больше 40 долларов. Вот за вот эту вот штучку с кусочком провода, не весь датчик. Так что я отказался, обнулили. Сам разберу, подпаяю, нечего-то подберу, потому что платить под 40-50 долларов за вот такую вот штуку, это перебор. Ну, если кому-то было полезно, учтите. Все, до новых встреч.